школе. Здравствуйте, расскажите нам, как относиться к победам и проигрышам на банке. Правильно нужно относиться, абсолютно адекватно расценивать ситуацию. Проиграл ты или выиграл. Если ты проиграл, то не нужно расстраиваться, ходить в депрессию. Просто поработай над своими ошибками, посмотри видео, знай, что тебе не хватило, и вперед дальше тренируйся, работай над своими ошибками. Если же ты выиграл, то зазнаваться, задирать нос не надо. Всегда будут новые серьезные соперники, поэтому нужно продолжать тренироваться всегда. И в том, и в другом случае. То есть победил ты или проиграл, всегда нужно тренироваться, повышать свой уровень. А какой у вас был настрой на Red Bull? На Red Bull, конечно, настрой был бешеный. Хотелось выиграть, и удалось. Вот, самое главное, я оценивал своего соперника и растрачивался на него именно по батлу. То есть на финал у меня остались как бы мои самые коронные фишки, и я решил показать и устроить такое небольшое шоу вот, именно за счет финала. Настрой был только выиграть, и я также был готов как к проигрышу, как к победе. Победе, видимо, оказалось, что был больше готов. Так и вышло. Коля, спасибо за интервью. Еще увидимся. Пока-пока.